ребята, уважаемые гости, уважаемые приглашенные. 15 раз мы проводим этот слет, и, конечно, символично, что этот слет мы проводим вместе с большим грандиозным праздником в нашей стране, это чемпионат мира по хоккею. Я думаю, это мероприятие позволит вам не только проявить свой потенциал, но и сдружиться, познакомиться с вашими коллегами из других команд, из районов. А сегодня представлены все районы города Минска. Я думаю, что это мероприятие пройдет в честной, справедливой, настоящей борьбе. И я думаю, самое лучшее из вас затем представит город Минск на республиканском слете юных пожарных спасателей. Спасибо за внимание. Объявляю конкурс открытым. Вот и пришел тот долгожданный конкурс «Слет юных спасателей пожарных». И первый конкурс – это смотр строя и песни. Скажи, пожалуйста, что ты сейчас чувствуешь, твои ощущения и впечатления, в принципе, от слета? Ну, чувствую немного волнения. Впечатления мои с первого раза очень даже хорошие и как-то благоприятные, можно так сказать. Мне здесь очень нравится и думаю, что мы победим. Ну, мы желаем, в свою очередь, вам удачи, терпения и победы. Спасибо. Свет, конец, свин, строим, шагом. Это действительно нужный конкурс на данном слете? Знаете, конкурс однозначно нужный. Видно, конечно, что дети старались, дети готовились. Вот, понятно, что не всегда и не все у них получается. Вот, но, тем не менее, то желание, то старание, вот, с каким они относились к данному конкурсу. Это, вот, и, понимаете, ну, я думаю, в дальнейшем, вот, через год, через два, ну, уровень будет там уже выше, чем в этом году. Спасибо огромное. Прежде всего переживаю за свою команду как руководитель, но на самом деле все дети молодцы, такая подготовка. Хочется, чтобы выступили достойно, но победа достойна каждая команда, поэтому просто пожелаем удачи, будем молодцы и ждать результатов. Здравствуйте, Ирина Павловна, этот слет юбилейный, очень праздничный и символичный для наших ребят. Что вы можете пожелать всем юным спасателям города? Вы знаете, что этот слет не только юбилейный для ребят, этот слет юбилейный и для взрослых. И это действительно настоящий праздник. И поэтому всем тем, кто принимал участие в подготовке слета, кто в нем участвует, потому что большинство участников это тоже 15-летние дети, юноши, молодежь, я желаю всем удачи. И самое главное, конечно, всем хочется победы, но надо в слете выступить так, чтобы достойным был результат, достойным той подготовки. Поэтому всем победы, всем хорошего настроения и всем удачи. Спасибо большое. Гордом мы расправим плечи! Отправляемся на слет! Раз по левой, раз по правой! Ленинский район вперед! Мы все из разных точек мира, жить мы безопасно хотим. Пожары, ураганы, наводнения вместе предотвратим. Нам не страшны стихии, ни торнадо, ни огонь, ни вода. Безопасно жить мы сможем.
спасателем и знаю, что время, проведенное в Белорусской молодежной общественной организации, наверное, одно из самых лучших. Поэтому я желаю всем ребятам запомнить этот период, обязательно ценить и дорожить людьми, которых они здесь встретили. Всего вам самого хорошего. Безопасно жить мы сможем, если мы